Всем привет! Смотрите, блок питания на 350 ватт получил. Смотрите, какой красивый. 300 без этого, без вентилятора, без шумов, без ничего. Короче, бесшумный. Вот. И 350 ватт. Я думал, что-то тут обман какой-то. Генерал называет. А вот такой у меня раньше стояли. Короче, это 750 и 700 грамм весит, а это 450. И он с вентилятором и шумит. Я думал, что-то вряд ли такая маленькая штучка может такую заменить. Хотя он, может, пустой внутри. Не знаю, но тут нафаршировано конкретно. Тут прям... Но уже принтер я один уже испытал, короче. Нормально на нем работает. 24 вольта, 350 ватт. Ну тут вход, выход. Два плюса, два минуса, и тут земля и фаза и ноль. Блин, ну удивило то, что он такой маленький, смотрите, красивый дизайн и все, по сравнению с этим крокозябрым. Вот. Понравилось, чисто. И, блин, у него даже здесь металл, то ли это профиль такой литой алюминиевый, вот сделал. Вот цвет даже прикольный у него. Ну, короче, красота тоже важна. Сперва не верил, что он так... Ну, сейчас на все принтеры будут такой ставить. И он дешевле, по-моему. Даже вот этот дешевле получился, чем этот. Так что, спасибо за внимание.